Масштабные наводнения в Китае, Тадж-Махал под снос и, как во Франции, отмечают день взятия Бастилии. Обо всем этом прямо сейчас. Китайская провинция Сычуань продолжает страдать от сильных наводнений. Из-за мощных ливней реки вышли из берегов, разрушив мосты и крупные автомагистрали. Десятки тысяч людей эвакуировали из зоны стихийного бедствия. Ущерб от наводнений оценивают почти в 4 миллиарда долларов. А синоптики тем временем прогнозируют ухудшение погоды. 12 школьников, которых на днях спасли из пещеры в Таиланде, пообещали выписать из больницы уже 19 июля. По мнению врачей, дети и их тренер быстро идут на поправку, несмотря на длительное пребывание в затопленной пещере. У некоторых из спасенных развилась пневмония и инфекционные заболевания. Однако теперь их здоровью ничего не угрожает, и все скоро вернутся домой. Индийское чудо света Тадж-Махал пригрозили снести. Верховный суд Индии направил правительству письмо, в котором подчеркивается, сооружение постепенно разваливается, а белый мрамор начал активно покрываться мхом и плесенью. В своем послании судьи предложили несколько вариантов решения проблемы – закрыть для посетителей, отреставрировать или же полностью разрушить Тадж-Махал. Дональд Трамп во время своего визита в Великобританию смутил королеву Елизавету II. В сети обнародовали видео, на котором президент Соединенных Штатов осматривает почетный караул. Пользователи обратили внимание на то, что Трамп шел впереди, а затем резко остановился, вынудив Елизавету обойти его с другой стороны. Согласно этикету, идти впереди королевы не запрещено, хотя и не приветствуется. Во Франции сегодня отмечают национальный праздник «День взятия Бастилии». В центре Парижа маршировали более 4000 солдат. Поучаствовать в параде президент Франции Эммануэль Макрон пригласил также японских и сингапурских военных. Парад военной техники начался с пролета 64 самолетов. Не обошлось и без курьезов. Во время парада столкнулись двое полицейских на мотоциклах. Один из самолетов выпустил дым красного цвета вместо синего, тем самым нарушив последовательность цветов французского флага.